А вот родителям 150 юных хоккеистов из Иркутска теперь не приходится беспокоиться об условиях, в которых занимаются их дети. Им доступны теплые раздевалки, облагороженные корты и бесплатный инвентарь. Кто создает комфорт для начинающих спортсменов, узнаете в следующем сюжете. Кисти и краски стали на час главными инструментами для иркутских хоккеистов. Игроки «Байкал Энергии» помогают раскрасить здания, раздевалки на детском корте в университетском. Работают по проектам местных художников. Они, кстати, и руководят творческим процессом. Превращение бытового помещения в арт-объект – это лишь часть работ, которые проводят на подшефных клубу кортах. Детям тоже нужны корты какие-то, и где-то же им надо развиваться. Что даже в мое детство такого никогда не было, чтобы какая-то раздевалка стояла, а сейчас все условия созданы. Идеальные условия для занятий хоккеем с мячом создают на всех подшефных кортах. В Иркутске их 6, где бесплатно занимаются 150 ребят. Помогает развиваться секциям спонсор клуба N+ Group. Внимание к спорту и детскому в частности – это уже многолетняя традиция, которую заложил еще основатель компании Олег Дерипаска. Так, в этот раз, чтобы корты сделать ярче, совместно с кураторами проекта «Голос улиц» провели даже специальный конкурс среди художников. Лучшие дизайн-проекты и воплотили в жизнь. С вами понимаем, что самое главное, это чтобы в команду приходили собственные воспитанники. Откуда-то нужно начинать, и вот ребята, молодые игроки, начинают с таких вот подшефных кортах, приходят заниматься и вовлекаются в спорт. На достигнутых результатах останавливаться не собираются. «Байкал Энергии» и спонсор клуба планируют взять под свое крыло еще одну спортивную площадку. Так что возможность бесплатно заниматься в отличных условиях появится еще у нескольких десятков ребят. Дарья Эйвазова, Владимир Пинаев, Василий Заводский. Новости по будням.